Всем привет! По просьбе друзей заказал с Алиэкспресса прибор, даже не знаю, как его назвать, назовем его вакуумный упаковщик, может он реально так и называется. Данный прибор позволяет увеличить время хранения продуктов в 2, а то и в 3 раза, поскольку он удаляет по максимуму воздух, который, как мы знаем, содержит кислород, который в свою очередь способствует быстрому приходу в негодность продуктов. Заказал у продавца с наибольшим количеством заказов и положительных отзывов. Если кто-то после просмотра видео захочет такой же себе, то ссылка будет в описании. Итак, приехал он в такой красивой коробочке, в которой, собственно, у нас находится инструкция по эксплуатации на английском языке. Сам прибор и рулон, вернее не рулон, а упаковка из 15 пластиковых пакетов. Прибор работает от сети 220 вольт, потребляет до 100 ватт электроэнергии, но такое высокое энергопотребление происходит не во время вакуумации, а именно в момент запайки пакета. Также прибор позволяет просто запаивать пакет, если вот нажать здесь на кнопочку, минуя процесс вакуумации, что, наверное, будет полезно в том случае, если у вас есть рулон пластиковой трубы, а не самих пакетов, чтобы запаять с одной стороны. Сейчас мы испытаем этот упаковщик. Для этого у меня есть, для примера, несколько кусочков черного хлеба, немного копченого сала двух видов и чуть-чуть лука. Почему я выбрал именно эти продукты, внимательный зритель уже, наверное, догадался, но и не буду забегать вперед, дождитесь конца видео, думаю, вам понравится. Ну что, пробуем. Готовил два пакета, сейчас пробуем их запаивать. Значит, открываем наш прибор, вставляем сюда край пакета, смотрим, чтобы все ровно было, закрываем. По бокам защелкиваем. Ну и я рекомендую все-таки вот здесь прижать рукой и нажимаем кнопочку. После того, как воздух полностью будет выкачан, автоматически будет пакет запаян. Проверяем. Вот наша первая упаковка, как в магазине. Пробуем вторую. Точно так же вставляем пакет. Закрываем. Смотрим, чтобы все было ровно, аккуратно. Кнопочку. Там есть датчик, который понимает, что воздух выкачан. Вот загорелся красный огонек, значит, идет запайка. Проверяем. Тяжело, конечно, оно открывается. Не знаю почему. Но, как видим, запайка супер. Выкачана полностью. Даже вот хлеб помяло крепко. Итак, запаковали мы. Представим, что это все у нас где-то хранилось. И вот наступил их час. Не зря с самого начала видео на заднем плане стояла у нас вот эта чудесная дубовая бочечка. В ней у нас находится 45% сахарный самогон, выдержанный примерно 9 месяцев в этой же бочке. Сейчас, наверное, многих передернули, типа, фу, как можно это пить. Ну, скажем так, я сам не люблю самогон, каким его себе многие представляют, типа вонючий сивушный шмурдяк. Это совсем не то, выгнан он на аппарате двойной перегонки, видео о нем у меня есть на канале, кто захочет, может поискать. Я, с вашего позволения, сейчас его продегустирую и, соответственно, закушу вот этой на скорую руку организованной закуской.
Потом, возможно, я накидаюсь, но вы это, скорее всего, не увидите. Ну что, нальем. Смотрите, какой цвет. Этот оттенок получен исключительно от бочки, никаких красителей. Ну, как говорил один человек, у нас для этого все есть. Музыка играет, колбаса есть и пепси есть. Все есть, что треба. Ну и извините, конечно, за слова, но это просто шикарно. Я еще, пожалуй, выпью две рюмочки, чтобы был ровный счет. После того, как мы закончим это видео. Напомню, что ссылка на этот прибор будет в описании. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока!